Ты помнишь свою зарплату на НТВ? Ну, они разные были. Ты же помнишь, что там вообще вот так доллар прыгал? Первую, наверное, было долларов 500. Но это был 93-й год. Это были хорошие деньги. В момент, когда вы суперзвезды в 2000-м? Около 5, по-моему, что-то. Тысяч долларов. В месяц? В месяц.